жонглеры Онищенко. Фестиваль «Золотой цирк», Рим. Каждый год Лиана Орфея, эта гранд-дама циркового искусства, устраивает в Риме фестиваль «Золотого цирка», в котором принимают участие артисты цирка разных стран в надежде завоевать весьма престижную награду «Золотой приз». Трио Онищенко, Украина. Жонглеры-акробаты. Казалось бы, перед вами выступают такие же жонглеры, как и десятки других. Но это не так. Ведь жонглировать, удерживая баланс на вертикально расположенных шестах, невероятно сложно, в чем вы сейчас и убедитесь. Признаемся, что такое в цирке можно увидеть нечасто. Спасибо вам за гостеприимство, оказанное всем нам в вашем прекрасном цирке во время 11-го международного фестиваля «Золотой цирк». Александр Онищенко.
Жонглеры Онищенко, Беларусь.